А перед началом роликом объявляю розыгрыш на 5 NFT, которые повышают доход в игре, о которой я расскажу в данном видеообзоре. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно посмотреть данный ролик от начала до конца, поставить, конечно же, лайк и написать комментарий от 5 слов. Результаты розыгрыша я опубликую у себя в телеграм-канале. Ребята, всем привет! Наконец-то состоялся долгожданный релиз проекта BeeHarvest, о котором я уже рассказывал на своем канале неоднократно. Это, на мой взгляд, один из самых топовых проектов, в котором можно зарабатывать абсолютно без вложений. И где на самом деле очень легко зарабатывать. Просто качаем свои бусты, количество пчел, качество пчел и так далее, Накапливаем определенное количество хани, меда. Потом под конец дня отправляем все это в пул. Потом под конец дня отправляем свой мед в пул. И зарабатываем токены Amber, которые уже торгуются. И, друзья, самое главное, можно вывести. И, конечно же, продать. Ну давайте, друзья, прямо сейчас на ваших глазах я выведу свои заработанные токены. Обменяю их на тон, чтобы убедиться, что проект реально платит. Я накопил более 400 тысяч токенов Amber. Для того, чтобы вывести, нажимаем в правом верхнем углу на наш баланс. Естественно, у вас должен быть подключен кошелек, например, Tonekeeper. Далее нажимаем вывести. Минимальная сумма вывода от 50 тысяч токенов, плюс комиссия, друзья, 5%. С учетом комиссии я получу 382 тысячи токенов Amber. Нажимаем подтвердить. Вывод Amber в процессе. Спускаем чуть-чуть ниже. Здесь мы видим ID нашей транзакции и статус операции в обработке. Нужно просто немножко подождать. Прошло где-то минут 10. Статус операции успешно. Вуаля, токены поступили мне на кошелек. Ну и давайте теперь еще покажу, как можно токены Amber обменять на тон. Чтобы не возникало лишних вопросов, переходим сразу во вкладочку «Браузер». Токен торгуется на бирже StoneFi. Спускаемся чуть ниже, выбираем StoneFi. Внизу мы выбираем «Тон», а вверху наш токен «Amber». Давайте выберу всю сумму. 5,6 тонн. Нажимаем «Swap». «Confirm Swap». Подтверждаем транзакцию. Ну вот, друзья, как вы видите, да, тонны поступили мне на баланс. Это доказывает еще раз, что проект платит, зарабатывать здесь можно. Поэтому, конечно же, друзья, присоединяйтесь. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Также, друзья, оставлю ссылочку в описании на данный пост. Здесь вы, кстати, тоже можете скопировать ссылку на проект или просто перейти по ней. Здесь я более-менее подробно расписал вообще стратегию заработка. И вот, кстати, друзья, у нас есть свой собственный сквад, который называется Top S, где мы общими усилиями прокачиваем модификатор нашего сквада, тем самым зарабатываем еще больше. Рекомендую присоединиться в наш чат для того, чтобы стать участником нашего сквада. Здесь мы обсуждаем различные стратегии, помогаем друг другу. Конечно же, здесь проводим розыгрыши. Вот совсем недавно провели розыгрыш на 10 NFT среди активных участников. Эти NFT дают дополнительный множитель к заработку. Конечно же, ознакомьтесь со всеми закрепами. Здесь есть много полезной информации. Задавайте вопросы, мы будем все вместе дружненько помогать друг другу. Конечно же, друзья, присоединяйтесь, ведь вместе мы можем просто свернуть горы и общими усилиями неплохо зарабатывать. Ну а теперь, друзья, приступим к самому интересному. Вы просто завалили меня личными сообщениями. Дима, расскажи, как тут зарабатывать вложениями, сколько нужно вложить и куда потратить вложенные для максимального заработка. И вот как раз таки, друзья, сейчас я вам об этом расскажу. Поэтому рекомендую досмотреть ролик до самого конца, чтобы не упустить вот такую вот важную информацию. Если что-то непонятно, рекомендую пересмотреть ролик еще раз. Ну и, конечно же, можете задавать вопросы мне в личку, либо в нашем чате нашего сквада. Конечно же, друзья, это не финансовый совет. Думаем своей головой. Инвестируем только то, что не боимся потерять. Помним о правилах инвестирования.
Ну, специально для этого, чтобы вам показать, я не буду делать это на своем основном аккаунте, где я зарабатываю без вложений. Я создал новый аккаунт. Ну, давайте, для начала нам нужно прокачать как можно максимум наш множитель. Естественно, забираем ежедневный стрик. Далее нам дают 2000 меда для прокачки бустов. Сначала прокачиваем по максимуму количество пчел. Прокачали. Далее рекомендую выполнить все доступные задания для увеличения множителя. Давайте я сейчас выполню все задания и скоро к вам вернусь. Так, я выполнил все доступные задания. Давайте посмотрим. Вот они, друзья, все выполнены. Остались только платные задания, и их не так просто выполнить. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Сейчас я вам покажу лайфхак, как выполнить вот эти вот ежедневный чекин. Скорее всего, они у вас не открываются. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Нажимаем выполнить. Нажимаем на ссылку, да, вот видите, ничего не происходит. Нажимаем проверить. Видим вот этот кружочек. Стал в желтой рамочке. А вот теперь пробуем нажимать на ссылочку. Теперь открывается кошелек. Все, подтверждаем транзакцию. Готово. Ждем минут 10-15. Возвращаемся задание и нажимаем проверить, и все будет успешно выполнено. Пользуйтесь на здоровье. Если посмотреть, друзья, здесь 21 задание, получается примерный множитель 2.1. Только представьте, это очень большой множитель. Теперь, если перейти в профиль, видите, друзья, здесь разные множители, они переумножаются, и мне нужно как можно больше различных множителей, чтобы они переумножались, я зарабатывал еще больше. Давайте для начала я, наверное, увеличу множитель VIP. Для этого мне нужно пополнить токенами Amber. Для того, чтобы пополнить, нажимаем справа вверху на плюсик. Подключить кошелек. Нажимаем. Выбираем TonKeeper. Вы можете выбрать другой, который вам удобнее. По мне так удобный TonKeeper. Так, с кошелек мы подключили. Теперь нам нужно пополнить сам кошелек TonKeeper. Для начала я пополню на 30 тонн. Думаю, пока будет достаточно. Так, кошелек я пополнил. Теперь мне нужно приобрести токены Amber. Переходим в браузер. Биржа StoneFi. Подключить кошелек. Снизу выбираем Amber. В поиск просто можно ввести. Выбираем его. Так, ну, думаю, наверное, я куплю на долларов 100. Так, это примерно у нас где-то 18-20 тонн. Давайте 18. Давайте на 18 тонн. Swap. Confirm swap. Подтвердить. Как видим, токены мне поступили. Все хорошо. Теперь возвращаемся в саму игру и нажимаем пополнить. И, друзья, видите, здесь есть мема. Это обязательно. Если вы переведете без мема, то средства могут просто потеряться. Так, ну давайте покажу. Копировать. Выбираю токен Amber. Отправить. Вставляем адрес. Теперь копирую мема. И вставляем это в комментарии, друзья. Очень важно. Обязательно. Продолжить. Выбираю всю сумму. Продолжить. Подтвердить и отправить. Готово, ждем. А пока ждем поступления, друзья, здесь видите, есть еще множитель NFT. Сейчас я приобрету себе какую-нибудь NFT, возможно, 3-го левела или 4-го левела. Для того, чтобы купить себе NFT, также переходим в браузер. Ищем NFT Marketplace GetGames. Вот он у нас здесь. Подключить кошелек. Также в поиске вводим BeHarvest. Вот, друзья, вот это вот вторая. Нам нужна именно вторая вот эта коллекция. Выбираем ее. Спускаем чуть-чуть ниже.
Так, это у нас NFT первого левела. Мне нужна как минимум третьего. Спускаемся чуть ниже. Здесь у нас есть атрибуты. Выбираем левел. Так, вот третья у нас стоит 2,6 тонн. Ну, наверное, я возьму себе сразу четвертого левела. Применить. Выбираю себе NFT и купить. Готово. NFT поступил мне на кошелек. Давайте проверим коллекции. Да, друзья, вот она, моя NFT-шка. Так, у меня множитель пока не обновился. Поэтому, друзья, не переживайте, просто нужно немножко подождать. А пока ждем, не забываем прокачивать бусты как можно чаще. Следите за балансом. Как накопится нужная сумма, сразу нажимайте «Улучшить». И, конечно же, друзья, можно сделать это первым делом. Вступаем в наш сквад. Мы находимся на 6-м месте. Друзья, вот топ-S. Просто нажимаем на наш сквад. И вот желтая кнопочка «Вступить в сквад». Ну что, ребят, токены поступили мне на баланс. Сама NFT также активировалась. Еще раз, друзья, помним о правилах инвестициях. Я ни к чему не призываю. Просто показываю то, что делаю я. А теперь я на окупленные токены Amber буду повышать свой VIP level. Нажимаем «Улучшить». Так, ребят, мне хватило на множитель 1.71. Ну, думаю, на этом пока что достаточно. Теперь у меня есть множитель VIP, множитель NFT, множитель сквада, множитель заданий и множитель стрик. Они все между собой переумножаются. И теперь у меня повысилась итоговая добыча. Видел очень много информации по поводу вложений в рулетку. Говорят, что это очень выгодное вложение и окупиться можно практически сразу. Вот как раз таки давайте я сейчас это и проверю. Что нам вообще дает рулетка? В рулетке нам может выпасть как сам множитель, пчелка, которая заполняет шкалу, в которой также выпадают рандомные награды. В самой рулетке есть шанс выпадения билетов, а билеты это и есть NFT. Также у нас может выпасть и дополнительные спины, это вот это вот значок молнии. И вот эти вот медальки. Переходим вот в эту вот зелененькую вкладочку. Здесь у нас есть Лига Чемпионов. Здесь за топ места, друзья, посмотрите. За первое место дают 20 билетов. 20 билетов это 20 NFT. Примерная стоимость NFT около 1 тонн. Если продать все 20 тонн, то это будет неплохой профит. Также по таблице лидера здесь можно посмотреть, какие вообще можно получить награды еще. Вот, например, если занять хотя бы топ-20, то мы можем получить один билет. Например, за топ-100 дают множитель 0.01. А начиная от топ-50, множитель 0.03. Можно продумать такую стратегию и каждый день забирать как минимум топ-50 в течение, там, например, 10 дней. И у нас уже будет множитель 0.3. Тоже можно расценивать как отдельную стратегию. Как нам можно получить спины? Спины можно получить за выполнение задания. Я уже выполнил все задания. Как можете посмотреть. И видите, за каждое выполнение задания дают вот эти вот спины. И другой вариант, конечно же, приобрести в магазине. Вот здесь кнопочка Shop. Давайте сюда перейдем. Здесь есть различные пакеты. Начиная от 0,1 тонна, всего лишь дают 20 спинов. Заканчивая до 10 тонн. Самый получается выгодный. За 10 тонн мы получаем 5000 спинов. Ну вот давайте я как раз таки их и приобрету. Нажимаем вот так. То, что нам нужно купить за 10 тонн. У нас открывается кошелек. Подтвердить транзакцию. Не прошло даже и минуты, как баланс пополнился. Вот видите, теперь у меня баланс 5344 спинов. Теперь, я думаю, буду крутить данную рулетку, наверное, по 50 спинов, а может быть и по 150. Как это сделать? Тут просто нажимаем на спин и повышаем множитель. Вот, x50. Нажимаем спин.
Вот таким вот образом крутим. Давайте попробуем по 150. Вот, друзья, мне выпал уже один множитель 0,03. Замечательно. Теперь, если я еще заполню шкалу пчелками, мне еще выпадет один билет. Вот, друзья, еще бывает выпадает мед, который как раз-таки нам необходим для прокачки наших бустов. Как только мы получаем мед, сразу переходим в бусты и прокачиваем по максимуму. И поэтому я буду так поэтапно крутить рулетку. Если мне будет выпадать мед, я буду сразу переходить в бусты и прокачивать их. Так вот, мне уже выпал один билет. Это одна NFT. Замечательно, я получил еще дополнительного меда. Перехожу в бусты и прокачиваю. Вау, мне еще попался один билетик. Замечательно. Это опять же одна NFT и плюс еще и множитель, друзья. В этот раз прям хорошо фартануло. Снова накопилось, опять прокачиваемся. То есть, друзья, принцип простой. Крутим рулетку, если нам выпадает мед, сразу же переходим в бусты. И так вот поэтапно прокачиваемся и дальше крутим рулетку. Давайте я сейчас все быстренько прокручу и скоро к вам вернусь и покажу свои результаты. Ну что, друзья, прокрутила все свои спины. Теперь давайте посмотрим результаты. По результатам у меня множитель 1.27. Но я планирую сейчас еще докупить немножко спинов, чтобы уже добить вот эту вот шкалу и получить множитель 0.03. Чтобы получился у меня общий множитель 1.3. Сейчас я нахожусь топ-1 и как бы мне полагается целых 20 NFT. Ну а, друзья, тут уже зависит от времени. Еще до окончания лидерборда осталось 10 часов. И меня с этого топа могут просто-напросто выпнуть. Поэтому я, как говорил ранее, докуплю еще спинов. Понаблюдаю за этим. И если мне будут также в спину дышать, то я буду дальше прокручивать, чтобы все-таки продержаться до топа. Чтобы получить 20 NFT. Если у меня получится продержать топ-1, то, конечно же, результаты я опубликую у себя в телеграм-канале. Поэтому, конечно же, друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую большое количество информации и как раз-таки по стратегиям BeHarvest. Также по итогу я получил 7 билетов, что примерно равно около 7 тонн. А как помните, я купил за 10 тонн 5000 прокрутов. Можно сказать, что практически 7 тонн окупились. Я считаю, что это неплохой результат. Прокачал свою добычу до практически 200 монет в секунду, что очень хорошо для начала. В общем, друзья, 200 монет в секунду за один день, да, с вложениями, но это неплохой результат. Потому что, друзья, только посмотрите, сколько у меня различных теперь множителей. Это и VIP, и множитель NFT и множитель за рулетку, друзья. Сейчас я еще докручу, чтобы был уже 1.3. Все же множители переумножаются, и от этого доход растет. Конечно же, не забываем прокачивать свои бусты. Примерно вот если брать отношение количества пчел к качеству пчел, здесь 1:3. То есть один раз качаем качество пчел, 3 раза количество пчел. Если брать количество ульев и качество пчел, то здесь 1:2. А если качество и количество ульев, то примерно 1:1, 1:2. Вот такая примерно у меня стратегия. Ну а на этом у меня в принципе все. Получился насыщенный, я надеюсь, он вам зайдет. Ставьте лайки, пишите комментарии и помним о розыгрыше. Если будет большая активность под видео, то я, наверное, выделю побольше NFT-шек для розыгрыша. Поэтому, друзья, все зависит от вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.